преддверии российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне губернатор Приморского края встретился с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн. На переговорах стороны договорились о восстановлении прямого авиасообщения между Владивостоком и Шэньяном. Выполняются хорошие маршруты, связанные с непосредственно туристическим потоком. За прошедший период только рейсами было перевезено 22 тысячи пассажиров. И я думаю, что перед нами стоит задача, связанная с открытием рейса, в том числе между городом, между столицей и столицей Владивостока, для того, чтобы увеличить поток и, возможно, значит, сделать здесь такой хаб, авиахаб, по которому жители Приморского края могли бы перемещаться уже отсюда, в том числе и в другие города Китая или других государств. В сфере экспорта Олег Кожемяка предложил китайским партнерам обратить внимание на высококачественный мед приморских производителей и лучшую в мире борную кислоту от Дальнегорского горно-обогатительного комбината. Также глава Приморья пригласил властей провинции Ляонин и китайских бизнесменов принять участие в инвестиционно-промышленном форуме, который пройдет во Владивостоке 25 ноября этого года. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.